Здравствуйте. Давайте без лишних вот этих вот всех непонятных предисловий, предысторий, всего вот этого. Зачем? Зачем оно все нужно? Давайте сразу к новости, чтобы данный видеоролик получился на минуту. Давайте. В меню «Чаты семьи» на Absolute Roleplay теперь будут отображаться последние отправленные сообщения. Причем обновляются они автоматически, без надобности переоткрытия окна. Технологии. Вот такой пост мы прочитали в информационном сообществе LifeSump. Как я понимаю, составлял его Рома Злобин. И более того, он, знаете, так подрофлил немного над Absolute Roleplay, потому что это рекламный пост. Я уже вам рассказывал, как понять, рекламный пост или не рекламный. Если сообщество проекта тегнуто, то значит, что пост рекламный, и за него как бы отданы деньги. И, видимо, там, знаете, в техническом задании Absolute Roleplay, Absolute Play и все прочие проекты сервера, они выложили, мол, слушайте, а вы можете рассказать о том, что вот у нас теперь вот такое вот, типа, отображаются последние отправленные сообщения. Мы вам за это деньги заплатим. И Ромка Злобин, типа, выполнил все по ТЗ, не обманул в этот раз, по крайней мере, и подрофлил немного над рекламодателями, сказал, мол, технологии. Ох, вот эти вот технологии-то, знаете, в самом деле, взял деньги, еще и за их деньги, их же немного, так знаете ли, и обосрал. Ну, давайте теперь проведем, так знаете, обзор по поводу всего этого. Вообще, на Absolute Roleplay, как я понимаю, есть чат семьи, то есть вот у вас есть там, я не знаю, мама-бот, папа-бот, там, я не знаю, ребенок-бот и там собака-бот, и все они вот находятся в семье. И я так понимаю, что у всех вот этих вот ботов на Absolute Roleplay в вашей семье, у них у всех есть чат, в котором они могут общаться. Там, знаете, там, я не знаю, мама-бот вводит 101, отец вводит там 0101, вот, и они такие, типа, а, ну, все понятно, потом собака такая 11100, это типа гав, этот гав-гав или вроде того, и потом там сын такой, да нет, да вы чё, это же 000. 1110, вот, и всем становится понятно, мол, а, так это же, типа, да, оно же всегда таки было на Absolute Roleplay, в общем-то. Я, на самом деле, знаете, в чем проблема? В чем такая сакральная истина всего этого? В том, что вот эти вот новости рекламные, они, ну, абсолютно точно обесцениваются, то есть из-за них затуманиваются остальные новости. Может быть, там где-то, когда-то происходит какой-нибудь конфликт, допустим, там, Ураган Хакаги опять что-нибудь сказал, Владислав Павлов опять, там, отреагировал, сказал, мол, да нет, да вы что, да так неправильно, да он просто ребенок, алкаш малолетний, он делает то, он делает это. Но из-за вот этих вот рекламных постов, рекламных новостей мы можем все это не заметить. Я могу листать вот эту вот новостную страницу LifeSump и даже не увидеть, что нечто подобное там вообще было. И я такой пропущу это, об этом не расскажу, люди это тоже не узнают, и такие типа, блин, вот опять ZDSN, у которого там уже 5000 подписчиков, он опять кормит нас непонятно чем. То есть что, Absolute Roleplay там чат семьи, ну ладно, ну вот есть он и есть, и что с ним дальше-то делать? Никто не рассказывает, никто не поясняет, даже уже сам Рома Злобин, я уверен, что он вообще просто от всего этого устал и чисто там зарабатывать деньги. Давайте даже сейчас я посмотрю, есть ли хоть один пост, где там нету рекламы. В общем-то, я посмотрел там, да, там наверх листаешь и типа кое-где действительно отметок нет, но зачастую, когда пишутся вот все вот эти вот рекламные посты, которые я беру потом на обсуждение на своем канале, они абсолютно точно, фиг пойми какие, зачем Absolute Roleplay вообще взяли рекламу на все это? Я не понимаю, неужели у них ничего другого нет? Ну, я не знаю, там, купите тогда ютуберов, пусть они у вас хоть что-то поснимают. Я подчеркиваю, ютуберов, а не Трипионварда, который там, знаете, накручивает просмотры, 1000, и потом говорит, да я всего 1000 накручивал, ребят, да вы чё, вы не знали, что ли? Ой, да. Он, кстати, вернулся, если кто-то не знал, там, Трипионварда, мой старый знакомый, но, опять-таки, могу вас уверить ненадолго, потому что в GTA Самби его уже никто не берет на сотрудничество, либо предлагает. Там мало, ну, типа, сколько можно предложить за 1000 накрученных просмотров? Наверное, там, я не знаю, билет банка приколов или вроде того, сколько еще дают за, типа, 0 просмотров? Я не знаю, если честно. Вот, и там он уже перешел на какие-то рулетки, на все прочие вот эти вещи. Я его рекламировать не буду, просто сказал, поделился новостью, там, увеличил немного хронометраж этого маленького видеоролика, и, в общем-то, все. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всех благодарю, всем пока и всем до свидания. Увидимся тут же завтра. Я надеюсь, что
что в 20.00. Но перед этим, что я бы хотел вам сказать. Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NOTOXIC54 находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, там со всем этим ознакомливайтесь, там все это понимаете, узнавайте и, ну, делайте прочие вещи. Всем спасибо и всем, ну, до свидания и, наверное, пока.